Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть Sword Soul Neversin. Так, я даже не качался, серия идет прям следом, потому что я как-то это... Ах, огонь! Пофайтиться, посмотреть, кто же нас там встретит. А нас встречают вонючие пиратишки, которые бесполезны, и которым можно одной стрелой просто вышибить череп нафиг. Так. Раз. Два. Три. Четыре. 5. Супер стрела. 6. Все, минус. Просто я даже не знаю, как они атакуют. Он меня хилит. Какой ты молодец. На стрелу. Умри. Тебе конец. Миллион. Это маленький рэпчик. Йоу. Так. Не помню, на что этот чувак способен. А, он молниями шарахает. Тритон хренов. Молния за молнию. Моя круче. Так, и здесь сейчас будет трое, как обычно. Куда ж без этого? Ты меня подхилил? Это спасибо, конечно. 2 миллиона, Карл! 2! Вы прикиньте, он 2 мульта снес одним ударом. 2 мульта! Офигеть, просто массовые 2 мульта, это жесть. Вот это начало, начало серии, прикольно. 2 мульта просто снести одним ударом. И всех положить. Он от яда умер, он там 500 с хреном тысяч выпал. Еще я левел апну еще. Так, еще сундук сейчас открою. Шмотки выпали новые. 9-й уровень. Да, 9-й левел. Все ближе и ближе к мощной броньке идем. 56. 57. 58. О, да. И еще сюда можно вкинуть. Давайте немного в хилочку вкинем. Так, идем, да. О, обломки. Хардвер, да, что-то там, да? Бой, обломки. Хардвер, да. Так, ой-ой-ой-ой-ой, печаль, беда, ступил мой косяк, 500 тысяч, да, лук, короче, люто прокачивать надо, чтобы он там хотя бы наваливал, ай-яй, а, вам на огонь плевать, как я помню, давай 2 стрелы выпустим в него, на всякий, вдруг, ну да, почти прокатило, ну, ты меня хилишь, конечно, это хорошо, я не спорю. Тебе можно огнем жахнуть. Ё-моё, ни хрена себе. А меня не подожгло. Но это у меня нет резиста к пламени. Это скорее всего из-за того, что я вовремя защиту поставил. Нифига себе, резкий прям такой парень. На-на. О, молодец, подхильнул комарика. Спасибо тебе. На тебе, еще удар. Офигеть, просто... Как мы наваливаем этим ребятам. Хорошо, что они горят. Ай, как обидно. Комар не вынесет столько, сколько я хочу. О-о-о. Бустанулся, да? Молодец какой. Жалко, ты не доживешь до своего буста. И толку от него приблизительно никакого. О, это капитан Хардвинд. Йо-хо-хо. Это ты, крыса сухопутная, нам проблемы создаешь. А на наш корабль сдуло, как пук ветром. А то какое-то мелкое сухопутное крыса нашей команде наваляет. Это я ненавижу в таких сухопутных крыс, как ты. Не даете вы людям жить так, как им надо, да? Я не позволю сделать из нас сухопутных крыс вроде вас. Пора тебе познакомиться с великой, величайшей палкой. Ага, на. Молодец. Массовый. Офигеть. Минус один. Блин. 11 миллионов. Мне ее глухануть надо. Мне надо как-то ее глухануть. А у меня глуханется только через ход. Поэтому просто травим ее всем, чем можно. Я-то увернусь. Он комарика лечит. Это вообще шикарно. Ядовитая стрела. Молодец. На следующем ходу можем глухануть. Блин, не успел. Давай, глухани его на следующем ходу теперь только. Ты чё, гонишь? 3 миллиона хильнуло? Это 6. Читер ты хренов. Все, теперь он нам ничего не сделает. Теперь он от яда сдохнет скорее. Кража. Кража это хорошо. Я не говорю, что воровать хорошо, но в игре это классно. Давай, сразу все.
проюзываем, и еще и стрелу я сейчас шмальнем. 3 миллиона надо снести за эту атаку. Огненный шар. 9 соток. Мега ядовитая стрела 5 соток. Молния 879. Это и убийственный удар. Найден новый враг. Враг повержен. Верить не могу, меня одолела сухопутная крыса. Тебе чего вообще надо? Ты же сдохла. Моя старая подвеска? На кой черт тебе подвеска моей бабушки? А, мы вас, сухопутных крыс, никогда не поймем. Все, подвеску я забрал. Щиток и... Куртецкий. Неплохо. Да, подвеска из ракушки. Да-да, спасибо, я с тобой подрался. Ты был классный, ты молодец. На еще. Жалко, она хп не дает. Очень жалко. Так, идем в этот... Да я хочу прокачаться, дай мне хоть сюда зайти, забрать. Давай деньжат хоть подрубим немного. У нас 5 сотен, мы сейчас так натренимся. Даже больше 5, 6 сотен. А, сюда мы не зайдем, сюда мы можем зайти и достроить дом приблизительно. Как минимум пару этих мест, но пока что треню надо вкачать. Ну и пообщаемся. А, тебя с собой взять? Не, обойдешься. О боже, о боже, о боже, о, вы добыли все 4 сокровища героев. Теперь нас ничего не остановит. А что они делают? Тоже мне... Это же сокровища героя глупыш. Они явно обладают удивительной силой. А значит, мы наконец-то можем идти спасать мою Венди. И спасать всех от ее заклятия. Она прячется в своей дурацкой башне в дурном краю. Наконец-то она заплатит за свою мерзость. Да, вперед, вперед. Глава 5. Ведьма. Нет, я тебя брать не буду с собой. Я хочу вот сюда сходить. И вот это сделать. Че улучшилось? Кто мне скажет? Я не понимаю. Я слышал звук, но вот, ничего прям просто. Давайте крышу достроим. А, погоди. Тут еще вон что можно строить, нифига себе. Давайте потреним немного. Только потреним на этот раз на мечах. Как раз таки покажу, что здесь и как. Здесь, в принципе, все легко. Вот начинают летать яблоки. Они бесят, потому что они летают со всех сторон, и тут иногда, ну, это еще скорость маленькая, то есть как бы ты их палишь спокойно. А потом на высокой скорости, вот что это сейчас, вот сейчас за звук, во. Вот новое, что появилось. Яблоки вот эти летают, это вообще фигня. Тут рубишь просто. Тут вон, на 35 секунд сейчас продержаться и не это. Во, во, началось. 35 секунд не накосячить. То есть ты прям тут клацаешь как можешь, а 35 секунд идут очень медленно. Ай, все, я просрал. Да не, они реально лупят. Опять эти. Ну. Единственный плюс это тот момент, когда на этих ребятах можно звезды набирать спокойно. То есть, если они два раза подряд пойдут, то вы спокойно сможете... О, да, вот видите, как косячу. На изичных моментах так вот косячить. На яблоках, сливать на яблоках. Ну, не на летающих, конечно, на обычных. На летающих, вот, на летающих можно слить просто конкретно. У меня это получается идеальнее всего. Поэтому как здесь 3 сотки набрать, я вообще не знаю. А там дальше следующие это 4 сотки. А 4 сотки это вообще, наверное, жесть набирать. Ну вот сейчас мы атаку себе немножечко поднимаем благодаря этому. Плюс левел прокачиваем. Возможно, сейчас в следующий ранг перейдем. Так. Да ё-моё, как ты это сделал? Бред, бесит меня этот момент. Вот сюрикены, они очень быстрые. На ранних этапах ты качаешь ими очень, ну, ими как бы не так сложно. А вот на дальнейших этапах они начинают летать просто... То есть это медленно. То есть от этого уклоняться вот как бы можешь. А когда за сотню переваливает, то уже все, начинает как-то... Вот именно здесь начинает очень тяжело. С луками не так тяжело. Блин, тихо-тихо. С луками и с магией не так тяжело, как здесь. Да нет, ну вы че, 35 секунд же почти прошло. Так нечестно. Меня обманули опять.
35 секунд добить никак не могу. О, слышу этот звук. Сейчас полетят. Опять летят яблоки. Ну яблоки, ладно, сюрикены бесит. Летающие яблоки, да черт, ты смотришь в одну точку, а он пролетает тебе совсем с другой. Еще комбо из звезд набирать, когда вот определенные точки надо лупить, это... Это, не знаю, выматывает что ли. В принципе, тут всего три кнопки надо нажимать, но это иногда такое, такая жесть. О, опять лезут. Так. Надо пробить хотя бы. О, да, наконец-то я выполнил ачивку. А, черт! 25 звезд подряд? Ну, 25 звезд подряд я не наберу. Ну вот, как я и говорил, 25 звезд подряд набрать очень сложно. Вот на этих ребятах они набираются постоянно. Ну, да. Короче, ладно, сейчас мы еще левел 1 апнем, плюс 31 атаки добавим себе. Да, по 31 к атаке, это уже, конечно, очень хорошо. Давай. На первых этапах можно вот в этих звезды набивать, но это тут надо прям... Если бы яблоки постоянно шли, тогда бы да. А так как они все время меняются... Ты вроде и набираешь, как бы, да, и они у тебя сразу пропадают. А 25 набрать-то это... Ну, не знаю, это надо дюжинное терпение иметь. Да не, я уже все. Давай. Добей. А, не добил. Ну, ладно. Зато он пару левелапов я все равно срубил. И сейчас мы добьем вот так вот. Да. Вседуша высвобождает силу души и разрушительные силы ударов. О, это я помню. Это вот это. Да. Возможно, так, видите, разрушительные силы ударов. Восстанавливается 25 ходов. Это мега способность. Я вам отвечаю. Это сейчас, короче, вообще начнется жестяк. Мне в атаку бы вкинуться. Давай. Немного опыта, капельку, немного денежек. Так, а во что я могу вкинуться? Можем купить кого-то. А, нет, можем прокачать как раз вот это место, дабы больше бабла получать. И можем купить тебя взять. Давай, да, пойдем. Сейчас будет интересненько. Не могу? Серьезно? А, у меня этой нету. Да, давай купим одну. Да нет, парк. Комарика. 218 уровень. Погнали. Вот сейчас, короче, начнется веселье. Ведьма. 5 уровень. Глава 5, точнее. Сейчас посмотрим, чего они тут будет. Так. И типа как ведьмы можем пройти. Тут камушки какие-то валяются, не знаю, что это. Походу, она тут раскидывала во всех чем-то. Так, серию ударов я покажу на боссе. Только на боссе. Да зачем ты это делаешь-то? Подожди, в смысле? Че, грибу тоже класть, что ли, на это все? Сейчас, серию ударов покажу обязательно. Так, на тебе. 700 тысяч я сношу уже, что меня, естественно, радует. Он только 58 мне снес. Смешно. Во, а теперь босс. Так, а сначала сносим одного. Давай, снесем этого сначала. 700 тысяч. Неплохо. Контратака. Так. Сейчас вы, короче, узрите, насколько это мощная серия ударов. Ах ты сволочь. Так, молодец. Этого добей. А теперь F-очку нажимаем. Смотрите, сейчас будет серия ударов. Да, он отравил ее. А теперь я начинаю. Короче, это 10 или 11 ударов с очень большой скоростью, который ни хреновенько сносит противника. То есть на финальном боссе, у которого будет там 60, что ли, миллионов, это идеальная способность. Просто идеальная. Так, давай, песель. На тебе сразу вот это все. 20, просто 23 хода, она восстанавливается долго, ее надо вкачивать. Поэтому левелапы я буду, естественно, вкидывать все в эту. А, тебе молнию, на молнию плевать, точно. Ну, на огонь-то и яд тебе не плевать. Мега огненный шар.
На, 9 сотен просто. Супер ядовитая стрела. И еще сюрикенчик. Я даже ударять их не успеваю. Что, конечно же, прикольно. 700 тысяч. Жалко, у комара крита нету. Да ё-моё, блин, не успеваю иногда увернуться. Фиг поймаешь эту атаку. Так, все, готов. Дальше. Ну, дальше кьюшечкой сейчас лупанем. Жалко, мега нельзя комбинировать там, например, с какой-нибудь способностью. Было бы вообще прикольно. Ну, типа... Ой, ох, ё-моё, 300 тысяч снесло. Типа этот, типа какой-нибудь там мега-приемчик. Типа, ну вот, я не знаю, как объяснить. Ну, вот с этим, например, с оглушением. На тебе леща. Как она меня радует, то, что она массово лупит. Супер огненный шар, конечно, хорошо, но мега лучше. На, 7 соток. И комар сейчас 175. Один комар 175 тысяч сносит. Это, конечно, мало, но не хиленький такой дополнительный бонус-то к атаке, если так подумать. Так, а тебе сразу мега прописываем. Стрелу сначала. 7,3 миллиона, смотрите. 6,8. Просто 650 тысяч осталось. 6 миллионов я снес этому парню. 6, Карл, 6. 6 мультов просто атакой. Так, новые шмоточки пошли. 10 уровень. Это хорошо. 10 уровень шмоточек, это хорошо. Да, все, спасибо. Иди гуляй, отдыхай, кайфуй. Я время на треньке могу установить. Еще плюс 1-3. Балахон какой-то прикольненький. Так, характеристики. Почти ловкость докачать. Давайте ловкость добьем, дабы сейчас еще денежку тут заберем. Оу, смотрите-ка, что у нас есть-то. Офигеть. Ну-ка, иди сюда. А если серьезно? Новое оружие. На-на-на-на-та-ра-та-та-та-та. Когти какие-то? Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что за когти. А-а-а. Посох? Не, я за вот это. 853 тысячи урона у нас сейчас. Так, стоп. Рано сюда идти. Идем сюда. Идем сюда. И идем вот сюда. Во, 6,2. Другое дело. А теперь можно пообщаться с тренером. Узнать о нем ничего интересного. И, конечно же, зайти вот как раз-таки сюда. И я вам сейчас покажу. Но это все фигня. Почему я со щитом только? Непонятно. Вот. Это все легко, как вы видите. Но есть такие моменты, которые мне жестко звезды подрывают. Вот, то есть если шло комбо из звезд, я не знаю, как на него нападать. Почему-то напишите в комментах, кто знает. Я потому что не знаю. И 120, естественно, я набить не могу. Серию атак. Серию атак, точнее, нет. Серию атак-то я набить могу. Во, вот это вот еще прием. Новый. Да ё-моё. Тут, конечно, геморроя много с этим, но... Как бы, очки-то я набиваю, а вот звезды набить подряд, это очень тяжело. Тут просто на такие лютые моменты пригибаться, уклоняться и так далее, что это очень сложно. Плюс его атаковать каким-то макаром, на какую-то кнопочку. Надо потом, блин, пересмотреть видос, потому что он мне объяснял, на какую, а я просто пролистал и все. Из-за этого косяка я теперь его не могу атаковать нормально. Хотя он мне разрешил. И вот поэтому звезды сбиваются из-за этого. Даже если я идеально все сделаю сейчас, он мне... Ай, сволочь. Нежданчик. Так, 31 к ловкости. Ну, неплохо. Это же еще и хп дает, так что это вдвойне неплохо. Да ё-моё, блин, затупил. Немножечко затупил, бывает. Бесишь. Не делай так. Плюс, смотрите, на том уровне, ну, как вы видите, ловкость вкачивается очень активно из-за того, что у меня золото, а там уже платина идет. Поэтому у меня сейчас ловкость вкачивается для 31 очень-очень быстро. Потому что там 15 или с чем-то тысяч, а, ну, все, хватит, надоело мне, бесит меня. Да, тут вот 20 тысяч, только тут же 40. Да, исцеление, восстанавливает часть здоровья, 12 ходов, прикольная штука. Левела не апнули, но исцеление можем проюзать. Забирай. Все, теперь еще и исцеление есть. Это последний вроде активный навык. Погнали. Можем подхилиться, и он будет меня хилить на дэшечку. О, новый комарик. Прикольно. Ну-ка. Меч офигенно выглядит. Контратака. Мега огненный шар. 9 сотен. А, ебой.
яд и вот это. Ну, хилиться я пока не хочу. У меня всего миллион, поэтому какая мне хилка, да? Он сдохнет. Да, баба, кстати, уже нифигоненько выпадает. Давай, две стрелы. Подлый. Так и хочется взять и комара сейчас 231 уровня приручить. Готов. Так, эсочка. И две стрелы. Ну, естественно, это супер комбо можем оставить на босса. На кого же нам еще супер комбо оставлять, правильно? Ай, не успел. Мой косяк, не успел. Ну, давайте хил врубим. 328 тысяч. Подожди. Нет, это не та способность, о которой я подумал. Я подумал, что это именно хил конкретно. Конкретный хил. А оказалось, нет. Нате леща. Нате стрелой, сволочь. 499, вы видели это? Мега огненный шар. Так, и эфочка. Все, добиваем его. Он задолбал меня уже. Ну да, с комаром-то мы там вон разобрались вообще на изи. Я ж даже застыл в этом моменте. Куча бабла. Куча бабла. Куча бабла. Просто огромные горы бабла, я бы так сказал. И еще огромные горы бабла. Просто. Все разы одно бабло. Так, иди сюда. И еще давай. Давай дальше прокачиваем платину. На ловкость, на хипишку. И в домик идем. Нет, в домик нет. Я буду прокачивать все потом. Вот здесь тренить очень много. А, вон коврик появился. А, вот тут в углу, вот в левом верхнем углу коврик появился. Я его даже не заметил. Так, и можем построить еще одну часть дома. Раз, два, три. Ну, скорее всего, после третьей, может, еще что появится. Но, по идее, не должно. Стоп, подожди, что за прикол? У нас еще может тут прокачаться, что ли? Давай. Конечно. Больше денег. И здесь надо 806. Ну, вот сейчас как раз смахнемся один раз, например, вот здесь. И 806 и наберем. Кстати, против кого? Понятно. А, кто вы? Тихий страж? Тихий? Ну, вот и правильно. Ну, вот и заткнись. Лежать. Команда бати была лежать. Просто тебе. Эсочка. Сейчас проверим как раз на него. Огонь, молнии, все действует. Сюрикены. 800к. Просто. А я в тебя. Я ж тебя не стрелял первым. Блин, смазал. Так, давай вот так. И вот так. Сейчас будет весело. 60 тысяч. Натя. Батькиных лещей. На, готов. Контратака. На. Наваливаем мы, конечно, не хиленько. О, мы еще и стан в тебя прокинули. Все, добили. Шикос. То есть подхил, я думал, что работает по типу, он тебя хилить будет периодически, а он не хилит периодически. 11 уровень. Че, шапка 11? Только не говори, что шапка. А, нет, наплечники. Стража, 11 уровень. Артемка, 131 левел. Охрененно. Давай дальше. Че у нас тут? Два чудика. Рыцарь ордена, с дороги деревенщина. Мы пришли сжечь еретиков-колдунов. А? Что? Да, старого... Строго говоря, мы тоже используем колдовство души, но священным способом. К сожалению, обвинять нас в ереси — это ересь. Так что жить еретика. Я хочу по двум навалять просто. Меня лук радует, он огонь просто. Просто огонь. Блин, не успел. Миллион, конечно, накидывать — это неплохо. Ты на кого выпендриваешься, сволочь? 1 700 000 я сношу комбо. Но это ни о чем, если честно.
Ну вот, как видите, 600 тысяч, супер-мега, удар, такое себе. 1 200 000. А так крит 1 200 000. Нате еще молнии сейчас. Просто я... О, он хильнулся. Ну как раз молния 800. И я еще сейчас на 800 сношу. Идеально. На тебе, значит, так. И давай оглушение тебе в стан вкинем. Дедулька, у меня сейчас как раз навыки подзарядятся. А, хил считается за ход, да? Ну, ладно. Не страшно. Подхилились зато. Огонь. Супер ядовитая стрела. И вышибание. Так, давай так и вот так. Ща. Блин, не успел. Просто когда я прокачаю эту способность на максимум, то вообще будет огонь. Реально огонь. Как только на максимум. Ууу, это такая жестяк. Такой жестяк начнется. Я буду просто выносить хрен знает поскольку урона. За один удар. Ну да, там конкретно прям увеличится урон, что приятно. Но пока что как-то так. Нифига себе, бабла подсыпали мне. 4 и 5, Карл. Идем в деревню, срочно. Срочно в деревню. Сейчас мы еще сейчас нарубим. 160 вон к стрельбе добавили. Давай, еще одну. Ну, опыта немножко, фиг с ним. На левел все равно не хватило. Так, 8 и 16. Угу. Давай, луки. 37 следующий, да? Ну, ладно. Хотя бы так. Вот тебе кинжальчик и лук, а теперь урон 335. Но если мы протреним, что у нас там потренить? 27 тысяч, ну да, у нас 50 тысяч, это вот только на этом. Лук можно потренить, с этим, конечно, тяжеловато будет тренить. Так, это еще одна появилась, 33 уже за одну прокачку, что меня радует. Давайте крышу построим. Я так и знал, труба. Ну то есть 3 еще остается, не знаю, ну скорее всего больше, будет 5, наверное. Это пока что 3. Так, здесь можем себе взять мага. Да, Артемка, бла-бла-бла, погнали. Ну что ж, давайте-ка пока мы на этом закончим. Сейчас мы скупим тут всякое прикольное. Ага, шикарно. А вот, сейчас мы прокачаем нашего животинку. Конечно, можем... Так, кольцо мы еще купили какое-то, вот это. Шанс наложить ожог атаки в ближнем бою. Прикольно, но спасибо, нет. У меня сейчас что? 20 к здоровью, 20 к урону в дальнем бою, плюс 20 урона здоровью питомца. Подожди, я могу четвертое взять? Чё? За прикол. Стяжога, заряд укла... Подожди. Смерть раз в бою, восстановление уклонения, восстановление блока, шанс свободно использовать особую атаку. Что? Шанс свободно использовать особый... Использоваться особой атакой 25. Один заряд блока, урон контратаки, заряд уклонения, длительность ожога, шанс наложить ожог атакой в ближнем бою, это хорошо. 20 к урону от колдовства. Вот это, наверное, сейчас оденем. Увеличить шанс супер-мега при использовании особой атаки или толчка. Шанс восстановить заряд лука при убийстве из лука. Я, наверное, кольцо капитана возьму. Ага. Все, я понял. Я понял. Княженцу мы там купили. Парочка. Нет, это не та. Грибной... А, гриб можно? Не знаю. Заметки Бубу и... Один... Ячейка для колдовства, том второй. Чё? Одна ячейка для... А, книги покупаешь, ты... прикольно. Ну что ж, давайте на этом закончим. В следующей серии продолжим. Наверное, уже дойдем до ведьмы. Завалим ее. Я покачаюсь. Наверное, 150-й левел идеальный будет, да, для меня. Скорее всего. Скорее всего, 150-й. На чем только его поднимать я буду, не знаю. Ну, магия, лук и щит. Это... Ну, потому что щит это легкотня. Кстати, давайте посмотрим, что вообще новенького добавилось. Кроме яблочек, летающих этих хреней и больше вроде как ничего, да? Ну вот как видите, да, щит вкачивается легко. 400 в принципе реально набрать, если постараться очень сильно. Если постараться очень сильно, то 400 можно набрать, как нефиг делать. Ключевое слово, если постараться очень сильно. Плюс качается он, как вы видите, очень легко для 33 за один левел.
Щиток можно нехиленько поднять. Сюрикенчики, да, самые геморройненькие. И потом начинается вот это вот летание, хрен пойми откуда, хрен пойми чего и хрен пойми как, а, черт! Вот. То есть, ну, тут можно щиты поднять, можно подкачаться. Вон, я аж 32-й апнул. И я хочу вкачать в... Так, шанс быстрого восстановления. Не, я хочу, вот, я не знаю, либо молнию, либо вот в это. Хил мне не сильно радует, честно. А, молния. Давайте лучше вот это. А, вот, разблокируется на третьем как раз. Это урон увеличится вроде. Или там можно будет мега... мега... Вседуша активировать. То есть, ты там будешь... Так мощно хреначить, что так нигде не хреначило. Так, давайте луки. Не, в атаку. Все в атаку. Больше атаки, лучше. Ну что ж, а на этом мы пока что закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.